Здорово, персики, с вами я, Жека, и добро пожаловать на троллинг в Майнкрафте, рубрику, где мы троллим друг друга вместе с моим другом Эдисоном. Я хочу вас попросить поставить большущий палец вверх, как только мы наберем под моим видосиком и под видосиком Эдисона 15 тысяч лайков, сразу же выйдет новая серия троллинга, а я вам пока что покажу, что я построил. Значит так, у меня сегодня очень и очень простая карта. Я решил опять не делать какую-то карту сюжетом и сделал просто карту с троллингом, да, то есть самое обычное прохождение карты. Когда Эдисон попадет на мою карту, он в принципе не будет понимать, что происходит, потому что на всей карте будет стоять всего лишь один колодец. Но знаете, моя карта не так уж и простая, как кажется, потому что если Эдисон пройдет вперед, то он телепортируется в другое измерение троллинга, если это можно так назвать. Я этого показывать не буду, увидите в самом троллинге, потому что если я сейчас туда телепортируюсь, то Эдисон туда тоже телепортируется, и он все спалит, поэтому... Показывать я не буду, все вы сами увидите, пишите какие-нибудь приятные комментарии и, конечно же, предлагайте ваши идеи для различных троллинг-испытаний. Я буду ждать и читать ваши комментарии обязательно. Ну а мы, конечно же, начинаем. Ну что, Эдисон, ты готов пройти на мою троллинг-карту сегодняшнюю? Да, я готов, я готов. Короче, я не знаю, что с этим Майнкрафтом и почему ты тоже телепортируешься. Вот, но я надеюсь, что все будет хорошо. Вот, все, проходи, я не буду тебе мешать. Я тут много всего спалил, вот большая у тебя карта. Да, у меня карта очень и очень большая. У меня тут целый колодец есть, ты видишь колодец? Колодец, да, прям очень даже колодец. И вот там я еще стену одну вижу, вот там далеко-далеко. Стена, да, стена какая-то есть, ага. Мне интересно, что же она делает, вот эта стена такая, необычная такая стена, да? Необычная стена, да, такая? Ой, необычная стена какая-то, да, Эльсин? Необычная стена. Я тоже что-то не понимаю, что происходит вообще, не понимаю, что это такое. Что это такие? Так, хорошо. Так, матушку твою, что вообще это за хрень? Непонятно, да, что-то творится, вообще какая-то вообще дичь. Вообще непонятно, наркоман. Ты где? Подожди, вот ты сейчас только что был там, а тут ты уже тут. А вот тут уже опять там. Ага, а потом там. Тут. Ага. Ага, смотри, что-то тут дом. Странное, дом какой-то, да, стоит. Алло! Алло! Я в гемоде, случайно, в гемоде мой. Так, вообще непонятно. Вообще непонятно. Да. А что делать? Опа. Ты подожди, то есть стой на месте, я вот тебя телепортирую, все, не тыкай сюда. Вот. Эдисон, смотри. Я стою на месте. Давай так тебе дам подсказочку. Эти карты, они взаимосвязаны. Точнее, ты как бы на одной карте находишься, они взаимосвязаны. Просто тебе нужно открыть свои глаза. Вот, и смотри, здесь что-то появилось. Тебе кажется, здесь что-то появилось, тебе нужно пробраться. Лава появилась. Да, но только если ты пойдешь вперед, то ты опять попадешь в другое измерение. Туда. А что поделать, а может быть тебе нужно перепрыгнуть на телепорт, который тебя телепортирует. Откуда я знаю, где тут есть телепорт? Ты должен понять, на каком месте тебя телепортируют. И как я должен это понять? Ты должен это понять. Ага! Вот тут, значит, тут тебе нужно перепрыгнуть. Давай, ты справишься. Да, вот там! А что вот там? Я чуть ничего не... А что вот там было? Рожнее. Честное слово, сейчас ножиком тебе в комнату приду, зарежу тебя нахуй. Это троллинг, понимаешь? Это троллинг. Не сам все троллинг. Да, я умру, подожди, а то я горю. Хорошо, давай. Я тебе помогу, потому что реально сложно, да, сложно. Я сейчас материться начну. Честное слово. Давай. Тебе нужно просто перепрыгнуть лаву. Все очень и очень просто, понимаешь? Все очень и очень просто. Почти просто. И кто? Так. Да, дальше. Что дальше? В другую это куда? Куда? Это в другую. Вначале тебе нужно попасть в другое измерение, Эдисон. А, в другое измерение. Так, ага, ты что-то как-то... Давай. Тебе нужно в другую сторону. Куда в другую? Ну, наверное, не на выход, а вот туда, вот сюда. Давай еще, пожалуйста, меня раз 300 трепешни, пожалуйста. А ты где? Я тебя не вижу. Вот, перед тобой стою. Да? Я почему тебя не вижу. А ты где? Все понятно, все ты понятно. Ты где, Эдисон? Я не понимаю. Все понятно. Я не понимаю, где ты? Хорошо, ладно. Вот, перед тобой. Да. Смотри, здесь есть лесенки. Смотри, Эдисон. Вспомни, что было на этом месте в другом измерении. Вспомни. Колодец. Колодец.
Мне кажется, он здесь тоже где-то есть, его можно открыть. Он просто да, это... возможно, где-то есть. Это понимаешь, это прошлое, типа. Здесь. А нет, это будущее. Вот. Колодец здесь закопан, тебе нужно подкопать. Опа! Опа! Ой-ой-ой! Да, да, вот это было, да! Вот это прям я понимаю, да, вот это такие, что это непонятно вообще. Поставь спаунпоинт, чтобы ты 500 раз не умирал. Так, смотри, Эдисон, да, и чтобы ты не мучился, я тебе дам. Эдисон, живи! Я тебе дам подсказочку. Эти карты очень сильно взаимосвязаны, как ты понял. То есть колодец есть и там, просто там он как бы есть, а там другого нету, да. Вот, ага. Вот, тебе нужно... Привет, я в колодце, мне да, кажется, нужно из него выбраться, мне кажется, нужно... А как из него выберусь? Я вот не знаю, как-нибудь тебе нужно точно из него выбраться. Да, как-то точно, нужно, как-то... но если я вниз упаду, то я не выберусь оттуда. Да, поэтому, наверное, вниз падать не надо, мне кажется, да, вниз падать да, не надо. Есть такое, вниз есть не такое. Надо, а что надо, а что надо? А что, мне кажется, как-то надо наверх все-таки, а не вниз. А, как? Не наверх. Знаю, как-нибудь что-то... Да, опа, всё молодец, понятно, молодец. Да, все молодец. Понятно. Да, теперь, верю, Эдисон, ты должен вспомнить, что было в другом измерении карты, вот здесь. Двери были, двери были. Домик был, домик. 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 Да. Опа. Опа, ты в домике. Эдисон, подожди, подожди, подожди. Я в домике. Ты вначале не прыгай. Это, я тебе скажу так, ты на самом деле молодец, и ты уже находишься на финальном испытании. Это финальное испытание, где тебе нужно найти правильную нажимную плиту. Все очень даже очень просто. Вот это. Вот смотри, прыгай, да, вот, да, вот, да, да, вот, да, вот какая-то да, из них точно правильная, да? Да, вот это мне прям нравится, она мне нравится. Я, наверное, тут останусь, потому что она прям меня очень взбудораживает. Не, Эдисон, ты понимаешь? Что там? Опа, я выбрался тут? Я прошел твой троллинг! Да, я даже не успел тебе ничего сказать! Да, ты прошел мой троллинг, Эдисон, ты молодец. Это даже очень хорошо, то, что ты мне ничего не сказал, потому что я ни хрена не понял. Расскажи мне, пожалуйста, я присяду. Давай. В чем суть? Тут нету сюжета, понимаешь, просто ты стал путешественником во времени, и ты телепортируешься по различным параллельным даже вселенным, понимаешь? Это на самом деле очень сложно, и мы об этом говорить не будем. Ну шо, ты путешественник во времени, пошли давай сейчас на мою карту. Подожди, все, погнали. Погнали, хорошо, давай. Так, вот, и нужно поставить тут спаунпоинт тут поставьте, месье. Хорошо. Меня на самом деле напрягают эти вот зомби, вот, которые без рук и с мозги торчат. Можно я туда не пойду? Можно мне обратно, пожалуйста? Нет, тебе туда надо, тебе нужно просто вот туда пройти. На самом деле, просто тебе до конца нужно пройти, все. А может ты сам это сделаешь, а я просто. Да нет, постою. Ну как бы троллинг для тебя, давай с этого начнем. Ну хорошо. Я погнал! А чё так сложно, я не понял. Давай, Жека, ты. Я справлюсь! Ты посмотри, как сложно, да? Ты все понимаешь, это троллинг в любом случае нужно пройти. Так что давай. Это монстр-чичок. А если я в другую сторону пойду, я не надо мне. Куда-нибудь туда. Да, вот сюда, кстати, можешь, да, вот сюда можешь. А вот сюда не могу куда-нибудь? Так, ладно. Допустим, я ничего не видел. Подожди, ты что, не умер, тебя обратно выкинуло? Да, я просто выкинул обратно, я даже ничего не понял, что произошло. А ну давай еще раз, пожалуйста, мне прям понравилось. Па! Ой, блин! Па! Помогите! Ну, почти в этот раз, почти получилось, мне даже понравилось. Я не хочу больше, мне там не понравилось. Ай! Почти добежал, кстати, Кстати, да, кстати, почти добежал. Кстати, вот прям вообще даже умер. Да, прям так добежал. Да ёкарный бабай! Нет, тебе нужно туда. Жень, я сказал, опа! Кто это? Кто? Я сказал, то, что тебе нужно туда, потому что там тебе ничего хорошего не ожидается. Подожди, мне я... Кто меня убил вообще? Паскуда зомби. Ну, я решил то, что не буду я там бегать на этих... Как же? Нет. Пошел вон! Что-то есть, может тут что-то есть. Да, может быть. Тут тоже синий монстряк. Да? Да. Меня он не внушает доверия. Зато тут, какая разница между первой комнатой и какая разница между второй комнатой? Ну, там какие-то блоки еще разрушенные. Ага. То есть, вывод, если ты его убить не можешь, то... Ну, то... То... Я могу его скинуть. Ну я пытался это сделать, и меня он сразу убивает. А, ну ты, значит, плохо пытался на самом деле. То есть это всё-таки возможно. Плохо. Хорошо, я попробую. Пожалуй, да. Вон! О!
Я умер, но... Давай, бегу! Секунды, респам на три! А, все, он уже зареспамил. Тут прям надо... Давай! Еще, 3 секунды, что у тебя есть, что у тебя тут есть? Быстро, сверху! Вот там где-то, да! Тыкаю, все тыкаю! Вот там, все заметно, там все есть. Где? А, кнопочка! Нажал! Куда? Что дали тебе? Скорость дали мне. Вон, пошел вон. Кнопочка пропала! Как она верни, пропала? Верни! Это гиря, а почему она пропала, не могу понять. Верни кнопочку, мне она нужна. Жека, почему она пропала? Верни мне кнопочку! Она тут появилась, Жека, она тут появилась! Смотри, иди сюда! Опа, я кажется, там я разобрался, как там можно пройти. В смысле? Там можно, оно, видимо, это так не было задумано. Ну ладно, окей, не буду так делать. В смысле, а как пройти? Да ничего. Так, ну хорошо. Куда ты идешь? Кнопочка моя. Ага, то есть я должен типа так теперь быстро пробежать. Ну то это не все так. Да, это намного проще. Ты заколебал. Монстрячичок, я прошу правильно их называть. Евгений! Да я не понимаю, как это пройти, просто не понимаю, понимаешь? Надо бежать, просто уловить момент, понимаешь? Ловишь момент за яйца и пробежался, понимаешь? Так, вот. Смотри, ловлю момент. Лови. Нет, хреново ты как-то момент словил, честно тебе скажу, очень даже. Ладно, я тебе буду помогать, потому что, да, это сложно. Что ты такое делаешь? Вот ты какой молодец! Что это? Справился. Я так думал, какой бы сделать сюжет у моей карты, как ты видишь, очень гениальный. Да. Что? Я решил то, что Жека, нужно поностальгировать. Знаешь почему? Потому что вот мы в последнее время, вот всякие там MC-бабули, всякие там снайперы, всякие там кто лучший в Майнкрафте и прочая хрень. А где вот те самые старые персонажи, с которыми мы только знакомились, когда начинали снимать троллинг? Понимаешь, где они все? Они сдохли. Все. Поэтому, ты понимаешь, в чем прикол? Я как бы попросил сегодня нашего старого знакомого вернуться, потому что он за тобой начал скучать. Не-не-не-не-не-не-не-не. Как я понимаю, ты за ним начал скучать, вот, поэтому... сейчас, подожди. Вот там, ёпта! Подожди! Женёк! Это же я! Лена Головач, помнишь? Голова члена вот пришла. Ленок, ты же меня помнишь, как мы с тобой вот там в подъезде, вот то самое. Помнишь, когда было? Когда мы еще троллинг снимали 5 месяцев назад. Помнишь, было вот это самое? Я ж тебе винюшку твою любимую принесла. Помнишь, как ты ее салпом хреначил? Как последний алкаш, помнишь? Не помню, нет. Не было такого, я такого не помню. Ленка, голова члена, ты же моя девушка мечтетка. Посыпал. Помнишь, было? Ты же меня замуж звал! Нет, замуж звал 3 раза! Не было такого. Женёк, ты это же я, голова члена, Ленка голова. Я понял, что ты голова самого, а я пошел, хорошо, Лена? Я снимаю верхнюю одежду. Да ты... Ну хорошо, хоть не нижнюю. Евгений, у меня еще много винишка твоего. Да, ты можешь... Тогда я уже побежал, хорошо? Евгений! Да, спасибо. Женёк, это же я твоя голова член! Я понял, что ты голова моего... Не надо. Вот это, Женёк, замуж меня возьми, ну возьми меня замуж. Нет, я что-то не хочу. Женёк! О, я знаю, как тебя спрятаться. Пойдем за мной. За мной, давай! Ой, а что происходит? Ну, Женёк! Спасибо, мне не надо твой винишко, я пошёл. Я вспоминаю вот те бесстрастные те ночи, когда вот... Какие страстные? Голова члена, когда голова члена...
Понял, понял. Я такие моменты, к сожалению, не помню. Ребята, вот плюсик в комментариях, кто помнит Ленку Головач. Головач Ленку, кто помнит? Я, допустим, помню. В общем, ребятули, ставьте огромные лайкусики на оба наши видоса, как обычно, если вы хотите больше троллинга. Вот прям честно вам Жека говорит, 15 лайков сразу же выходит следующая серия троллинга. Вот прям обещаю. Да, также, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, потому что у нас выходит не только троллинг, а еще всякие другие прикольные видосики, так что смотрите. Вот, и ставьте лайкусики. Да, спасибо вам огромное за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.